Относительно спокойное лето сотрудники рыбинспекции объясняют объективными причинами. С началом официального промыслового лова браконьеры традиционно уходят в сень, предпочитая появляться в относительно безлюдных и малоконтролируемых местах. Тем не менее, за 3 летних месяца инспекторы зафиксировали 425 нарушений, в том числе незаконные сети и мотырки. Анализируя ситуацию, пришли к однозначному выводу. Водоем полностью под контролем лишь там, где действуют организации собственников, такие как на озерах Медуми и Свенте. Ну, можно, значит, сравнить с прошлым и с теперешним состоянием таких водоемов. Значит, намного увеличилась и кормовая база, и рыба. Количество рыбы увеличилось в таких озерах, как Свенте, Сперла. И это благодаря тому, что люди охраняют водоем, заботятся о нем. Ну и любой рыбак, любитель может, приехав на такой водоем, заплатив чисто символическую сумму, все-таки поймать рыбу. То есть благодаря таким обществам появляется и для рыбаков возможность поймать рыбу, и увеличивается сама рыба в этих водоемах. Косвенным подтверждением стали итоги сертификации озера Свенте. Общество владельцев Свенте Сперла в течение нескольких лет на своем водоеме запрещало промысловый лов сетями и ввело дополнительное лицензирование для желающих рядовых рыбаков. Более того, по собственной инициативе пригласило специалистов Государственного института исследований водной среды для составления детального заключения. Опубликованные итоги заставляют задуматься. Если оставить в силе все разумные ограничения, рыбные ресурсы озера могут приумножаться самостоятельно, без дополнительного вмешательства человека. Достойный пример проведенной работы всего за несколько лет.